Автобус номер 261. От Озерной улицы до улицы Островитянова. Здесь я уже ездил по троллейбусному, еще тогда маршруту номер М4. Метро Озерное. Следующая остановка – Никулинская улица. Пожалуйста, при входе приложите свой билет, безлимитную или социальную карту к валидатору. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Никулинская улица. Следующая остановка – Центр кардиоангиологии. Проезд в городском транспорте только в масках и перчатках. Пожалуйста, не снимайте средства защиты до выхода из транспорта. Берегите себя и окружающих. Центр кардиоангиологии. Следующая остановка – Академия при Президенте Российской Федерации. Проезд в городском транспорте только в масках и перчатках. Пожалуйста, не снимайте средства защиты до выхода из транспорта. Берегите себя и окружающих.
Академия при президенте Российской Федерации. Следующая остановка – метро Юго-Западная. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогали их, сообщайте водителю.